Приветствую вас, дорогие друзья! Очередная серия прохождения игры Far Cry. И мы остановились. О, господи! Сколько этих тварей! Зарядочка. Да, конечно. Чем далее игра, тем она сложнее. Так, что у нас тут? Трупик. Броник. Угу. Окей. Главный архив, так, главный архив. Что ж, будем. По сохранению. Тут, в общем, бомбежка происходит. Ну вас всех нафиг. Ребята, а что я вам похоже делал? Оп, 25 патронов. Я знаю, что мне надо уходить, и поэтому идите твою мать, амбал. Амбалина, ну сдохни. Господи. Сваливаем, ребятцы. Ну и нахрен. Опа, сохранение очень хорошо уже. Поворот. Направо или налево? Ладно. Пускай поедем направо. Так, аккуратно, аккуратно. Сколько всяких тварей. Не-не-не-не-не-не. Данного друга я не хочу. Заводить аккуратно, но. Куда это я уехал? Да. Похоже, путь все-таки я выбрал неправильный. Ладно, поднимаемся. Тогда возвращаемся назад и развилку на... лево. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Сегодня у нас будет довольно-таки сложная миссия по тому, что мы будем просто блуждать и блуждать, я так понял. Довольно будет непросто. Я уже заблудился. Уже. Так, вот сюда, направо поворачиваем. Поворачиваем направо. Господи. Воу! Воу-воу-воу-воу! Окей, я застрял. Хорошо. Вообще отлично. Так. Полегче. Куда я вообще еду? Это, наверное... ух ты, ё-моё, не архив. Но зато мы видим сохранение. Как мне объехать? Сюда, что ли? Так, лучше иди нахрен, действительно. Все? Нет, не все. Он все еще жив. Поворот. Господи, какая же долгая у нас поездка. Ах ты! БМП там стоял, что ли, или БТР?
Да ё-моё, какая машина стала неуправляемая. У кого? Ну ты отсосал. Так, держаться, блядь. Машина уже почти сдохла. Да ё-мать! Маяк. Окей. Ну, я уже знаю, что иду, наверное, будет так. Ребятцы. А, у меня минус броник, мой, вот скоты. Держаться! Боец. Развилка. Ну что, я думаю, поднимаемся наверх. Так как Мэг на возвышенности, мы тоже поедем на возвышенность. Так. Здесь я могу пройти? Наручник, твою мать! Ну, у нас есть собственный ручник, Пальма. Спасибо тебе, Пальма, ты очень добрая Пальма. Что это было? Извини. Так должно было быть. Что-то было? А, винтовка. АВП, в общем. Пока никого не видно, но... Я уверен, там кто-то есть. Не зря же. Это здание так высоко. Так, ну дорога к маяку я и нашел. Вот маяк. А вот нужно ли мне вообще сюда? Или мне надо было по иной дороге? Опа. В Великая Британия. Давай, 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 давай. Видимо, ради этого я сюда и зашел. Ты, аккуратно. Скорее всего, мне просто по иной дороге. Так, аккуратненько спускаемся. Аккуратно. Не, здесь не аккуратно вообще. Так, а пальма-то... Пальма-то... Нет, пальма не здесь. Кажется. Я заблудился, fuck that. Где была пальма? Где машина? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Аккуратно. Аккуратно здесь. Да. Откуда вы вообще беретесь-то, а? Ладно, сейчас тогда пойдем по другому пути. Машина. Машина не полностью цела. А вот это как? Вот это лучше. На ней мы поедем. Поехали. Аккуратно. Въезжаем поворот. Господи. Ну где вы там уж, я не знаю, противники. Есть. Понял. Ну я так думаю, нас тут будут уже ждать. Так что надо будет быть... Да. Ладно, тогда будем делать все на одном дыхании. Да сдохни же ты! Ладно.
Окей, давайте отсюда попробуем, может быть. Вот. Сколько добра? Да, я труп, если я не найду вообще чего-нибудь. О, твою мать. Все очень-очень печально. Бесшумный убийца. Стелс мастер. Страйк! Так, одна граната может спасти вашу жизнь кардинально. Откуда? Кто? Кто? Где-то же пулеметчик есть, а? Увидел. Все чисто. Это у нас штурмовая толка. А давайте попробуем, что это такое вообще? Какая там бросить оружие? Ага. Вот оно что. Вау. Это штука. Это действительно штука. Что ж, давайте. Оптический при... Ох ты все. Мне дали игрушку, с которой я буду играть. Ну, в общем, такой злостный смех должен был быть у меня. Мы сейчас с петухом пройдем. Я тоже понял, да, давайте что-то попробуем немножко. Может быть, попробуем просто найти ВЛ, а далее уже. А то сохранение сработает. Так. Кто? Что? Кого? Кому? Куда? Как? Какого? Кто? Ты, сука, рептилия, мать твою! Рептилия ебучая из Mortal Kombat, сука. Я сразу то и не понял. Эксесс, ясно. Надо искать иной путь или... Ясно, как все казалось просто. Рептайл. Что-то я не вижу этого чуда. Я слышу лишь звук. Я тебя нашел. А нашла ли ты меня? По звуку их довольно легко определить, что они есть, и довольно-таки легко их потом увидеть.
Ты не лучший. Ладно, ну вы тут махайтесь. Ясно. Каждой твари по паре. Сохранение игры. Давайте поищем, может быть, что-то полезное. Да вряд ли что-то будет здесь полезное. Может быть, это карта? Нет, конечно. Патроны. Опа, оружие. Пулемет Фалькон. Это то, о чем я думаю. Нет, этот... Это, возможно, самый начальный, поэтому я его... И не хочу брать. Так что мне надо вниз идти, что ли? Что-то как-то не особо охота. Ай, фиг с тобой. Есть ли еще? Нет, наверное, уже. Пароль доступа отменен, ладно. Тогда... И здесь? Куда же дальше-то? Вот сюда, наверное. И здесь, что ли? О, господи. Куда же идти? Возможно, здесь что-нибудь. Нет, и здесь ничего нельзя активировать. Куда идти тогда? А что за, мать его? Вентиль. Вентилек. Чем далее, тем сложнее, блядь, понять, куда же идти. Нет, я не упортали. К сожалению. К сожалению. Ну и что мне делать, а? Есть же что-то, что я выпускаю из виду. Возможно, я вообще зря сюда падал. Так, а, бросить. Exit. Выход здесь. Ну вот что мне сделать, чтобы выбраться отсюда? Уровень третий. Давайте подумаем, может быть ниже еще. Вот там что-то есть. Нет, так косяк не пройдет. Во-во-во, может быть ее подвинуть? Точно. Давай-давай-давай. Хорош. Куда? Вот сюда, наверное. Боже, как я протупил сейчас жестко. Давай, 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 кислород, кислород, кислород. Вот лестница. Осмотрелись. Вентиль нельзя. Нельзя так нельзя. Какого нахер? 14 километров от меня ты меня ранил. Ну, конечно, правдоподобная реалистичная физика, конечно же. Я нашел медкит, слава богу.
Так. Ой-ой-ой. What the fuck? Почему ты отошла? Так, ладно, не будем тратить драгоценные патроны. Лучше уж так. Так, наверное, еще на один уровень мне придется опускаться, или же... Так, один выход я вижу. Еще ниже. Ага, вот в чем... Мне теперь открылся этот путь. Что же сделать не так, а? Или я вообще... Твою мать, я вообще пришел к самому началу. Что за нахрен? Может быть, где-то выход открылся? Может, я что-то открыл, да. Вот сюда все. Мне бы здесь охранение-то. Я бы от него не оказался. Спасибо. Просто читайте мои мысли. Так, ладно. Еще до этого. Соберем все. Вентиля нет. Ну что ж, нет, так нет. Он сказал, зона с третью по седьмую. Значит, я же опускался в третий уровень. Значит, это, скорее всего, третья зона. А теперь твоя очередь. Сосай, как ты говоришь. Опа, вот они ходят с этой штукой, значит и мы будем ходить с этой штукой. Угу. Чтобы не тратить. Сука, я выебу сейчас каждого, блядь, ты, сука, гандон вонючий, сдохни! Ты, сука, пидорас ебучий, сдохни! Я знаю вас еще здесь дохуя, идите ко мне, блядь! Иди ко мне, сука! Ну давай, что ты разворачиваешься, идиот, ты кусок! Ну давай, чё ты стоишь, стреляй! На, сука, куда ты убежала? Сыкло. Суки, блядь. Я вас нахуй, сука, палкой выебу, блядь. Сука, каждого, блядь, ебу она. Ну где же ты, где? Звёздочка, а, да, сука. Ну сдохни, твою мать! Еще один где-то здесь. Еблан! Убей, сука, своего! Сделай мне одолжение. Прости, пацан, я убил твоего друга. Я действительно не хотел, он сам, сука, нарвался, еблан! Таким агрессивным никогда еще не был, сука. Наверное, хотя... Ну и что? Ну и куда? И зачем? Ну и откуда? Я прям волхак. Ну откуда ты взялась? Куда мне идти? Зачем мне идти? Что мне делать? Какого нахуй мне вообще здесь нужно? Или там сверху есть где-то дверь? Или что? Я... Иди нахуй, сука, ебучий, или воруй. Вот дверь, дверь какая-то, сука, беги, 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 твою мать! Я разрублю тебя на хурму. Хурмочка моя. Косоглазая. Здесь есть что-нибудь полезное? Сука, тоннели, блядь, якись. Так, не, уровень один, не, спасибо.
Звук четкий и отчетливый, но где он? Что? Откуда ты взялся? Идиот, блин. А что здесь? А здесь мне, так сказать, помощь. А вот и где рептилия была. Так, все. Уровень первый. Я надеюсь, я отсюда выйду. Вскоре. Terminator mode activated. Terminator war activated. Terminator mode activated. Terminator mode activated. Activation complete. Let's kill them all. Suck my dick. Suck my dick, stupid robot. Die. Of course you see your death. Open, please. I said, please. You can try. What did you say? You can try. Hi, my dear. Well, let's talk. Destroy him, and I'll go. Stupid human, die. Please die. I go. Thank you. I know that you're somewhere. Die, stupid. Where are you, huh? Here you are. Thank you for your death. Stupid. Ha ha ha. And that is all? Oh, here you are, my little car. Where you are?
My friend. You stupid bitch. So what am I doing and what I need to do? This very, very interest. I'm here, bitch. Come and get me. Stupid suck. What am I doing? Really? And what I'm doing? Really? Are you fucking seriously? Terminator mode off. Твою мать, какого нахрен я должен бы до этого додуматься, а? Конечно, все понимаю, но... Блин. Прочистим сектор. Блин, прочистим, зачистим сектор. Сектор зачищен. Вздрочнул пацан. И полегче. И восстановлю себе житейку. Let's Mortal Kombat begins. Да, но я думаю, Вэл мы найдем уже в следующей серии. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Это была очередная серия прохождения игры Far Cry на канале Forest Corner. Пока, друзья. Лайкайте, подписывайте. Transformation to the Terminator. Complete.